Это настоящий карбоновый, да? Да. Сам говорит, надо меньше в кадре материться, сам говорит. Ну сейчас посмотрим, как чирок не ломается. Вот давление, давление. Ну же они в колею попали, там жопа. Там вообще капец. Не, ну если крузак сел на мостах. Да, тут давай просто. Тут просто капец. Сейчас будет адское зрелище, походу. Дрон. Все, мы подъезжаем, место остановки. Дрожка летит. Пилот у него классный. Привет, пацаны! Ова! Ова! Привет, пацаны! Чуть оператора не убил! Что, дальше едем, нет? Момент качнет. Я прямо лег и лежал на крыше, как балласт, как батон. Главное сейчас аккуратненько. Оп, 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 лестница гнется. Лестница гнется. 100 килограмм. Оп. Спасибо за верхнюю полку в купе. Тут как раз елочка стоит, новогодняя. Сейчас хоровод будем водить. У меня гирлянда с собой есть. А у меня бенгальские огни, если что. То есть мы здесь до первого? Это настоящий карбоновый, да? Да. А тут что, упало на него? Нет, вон до этого на СРТ стоял турбированный. И от температуры лак пошел. А, ясно. Просто надо лак убрать и другой подсыпь положить. В общем, ребята, здесь чудное место. Новогоднее фактически. Пойдем красивое. Туда. Смотрите, какая красота вокруг. Ну, конечно. 4К. О, фотка уже вот такая вот. Вижу фотку. Фотка класс. У нас там получается даже еще место. Высота 10 метров, да, висит? Елка домой. 7 даже. 7. Да. Хера, экран какой широкий. Так, есть. Еще разок. Я теперь без рук там. Я уйду, вдруг Маруся увидит, Катя, где я опять. Еще для канала вот так вот. Все, рука и машу. Мы едем, едем, едем. Соседнее село. Все ссылочки в описании. Смотри, как маляр. Закрасил. Буду краситься раптором, позову тебя. Меня, кстати, надо дергать. Ну, давайте правильно. Никто тебя дергать не будет. Что, говоришь, за лесом начнется самое страшное, колеи. Мы сидели, колеи эти нарезанные, глубокие болота. То есть там потихоньку, без вот этих вот дерганий. А что, нельзя в леса уйти без вот этих колеев? Мы пойдем, нам задача
сегодня стоит такая, проехать до конца. Потом выходим в красивое место и в красивые леса. Оба! Не-не, нормально. А там нижняя, она лишняя. Нет, это фигня. Выдвигаемся дальше. Запарковался. Короче, колесик попал. Тима, в общем, там Седой обещает сейчас жопу. Я знаю. Да. Боюсь, блядь. Говорит, будет там и снег, и вода. Черти тоже будут. Черти? Ну ладно. Я хочу попробовать понижать. Ох, ни хрена здесь колея-то. Капец. Все, чурок встрял, походу. Да, встрял. Колею эту стал? Да, провалился. Да, блядь, нужно было по диагонали. Шлифани. Попробуй руль выкрутить до конца влево и шлифани. Если докопаешься, то, по идее, зацепит. А оно тебе морда уйдет влево, если получится. Не-не-не, вперед. Сам говорит, надо меньше в кадре материться, сам говорит. Давай. Ну, сейчас посмотрим, как чурок не ломается. Там под Прадик оттянут. Сейчас будем чурок оттянуть. Скорая помощь. Так, пошел. Два чирока друг друга спасут всегда. Им третий даже не нужен. А вот субаристам нужен три. Три субары могут ехать. Четвертый, пятый. Нужны все джипари. Ну прям рифнуто вообще здорово. Что, ты на крышу не полезешь? Не, я там подзамерз немного. Теплее поедет. Я-то пока лежал, подзамерз, конечно, на крыше. Дорога очень выворачная, болтала меня. Болтала капец. А, разбил диктофон, но он работает. Самое интересное. Крышку снял, пока наверху был на газели на этой. Крышку похерила. Да. Хороший был диктофончик. Вот давление. Так, что-то здесь стревало. Ух, ни хрена здесь бураки. Лучше вообще вот здесь прям. Они в колею попали, там жопа. Вот чего здесь. Специально заехал в колею. Но здесь она же маленькая. А вот здесь они скребли брюхом, даже высокие. Даже УАЗик встрял, смотри. Ох, ни хрена себе здесь. Че, Субару не едет? Иди сюда, Субару. Здесь без бамперов только она не едет. ВДВ.
А тогда-то было жижа? Нет, тогда-то было прям совсем. Но вот здесь-то было полом, потому что... Специально завел всех сюда, да? Прям как раз в этом же месте. А чуть дальше, это я так для уважаемых зрителей, было место, да, разворота Субары. Развернулся он не потому, что не смог ехать, а говорит, ну неужели мне всю эту колонну, включая 66-го, тянуть назад? Давайте уже домой. Все мне это. А какая Субара это была? Импреза, наверное? Голубого цвета такая. Ну, Форестер, по-моему. Да, Форестер. Почему таскали? Низко. Гитара низкая. Потому что низко. Что, ниже Субару, что ли? Ну, здесь, да, капец, ямки, конечно. Ладно, погоди. Я свою подниму, я тебя объеду еще. Я знаю, нет. Так я тебе про другую говорю, про вот эту пластмассовую. Ну. Ребята, я заявляю. Поехали скорее, это старых, наверное. Старых, да. Поехали. Он кричал, говорит, кто как слышит меня. Оттекаем, бля. Так, микроавтобус нас догоняет. УАЗа объехал. В общем, здесь место небольшое, встревание. Нас догоняет Старкс. Присоединился к колонне. Не, ну черки пока держатся хорошо, молодцом. Хотя они здесь самые низкие получаются. Он уже тряпочкой протирает его, моет машину. Вот она, любовь. Ну, Старкс достал лопату. Не доехал. Сейчас подойдем поближе. Чирок поехал его тянуть, походу. Здорово. Привет. А? Че, ты не доехал, что ли? Что у тебя случилось? Я разогнался, тормозить начал. Думаю, сейчас влечу в кого-нибудь. А, ты на тормоза нажал, да, просто сильно? Понятно. Вышел, колеса закопались. Да. Понятно. Вон кого на переднем приводе едет, ё-моё. Ну да. На летней резине. Как бы я думал, тут выбор очевиден. Ну да. Уже снимаю эту сцену раз 12, наверное. Как все крутят шахлы. Заметь, кто тащит. Это мой второй на сегодня. Я пока победитель. Седого кто-нибудь таскал уже? Нет, еще. А бывает такое? Ну, надеюсь, да? Не, он только всем уроки преподает. А, вот. Надо травиться, надо травиться. Проезжает такое давление, давление, давление. Поехал! Давай, давай! Птичку вытянули. Еще хуже, да, будет? Да ты что? Угу. Ужас. Какой ужас. Ладно, едем дальше. Пиздец, котики, что палишь? Башкой стукаюсь об стойки. Нихера там, смотри, что творится. Ага, там вообще капец. Вон его как колбасит. Радик встал. Походу, мне в машине не посидеть. Второй сел. Этого тоже дергать надо. Этого тоже дергать. Не, ну если крузак сел на мостах. Да, тут давай просто. Назад пробуй. Тут просто капец. Пробуй назад. Да ты так же встал, как я на мост, блин.
У меня чуть-чуть свалилось и все. Соли. Я что, блядь, геракл, что ли? Да мы его хрен толкнем, да сколько веса? Три. Три тонны? Давай, пиратор. Три. Погнали. Неплохо. Блокировку включай. Ходи. Отсюда сейчас рванет. Капец. Вот Сусанин стоит, наблюдает. Туда, говорит. Здесь то же самое примерно. Здесь крузака 80-го посадили. На пузо. УАЗика посадили. Прадика посадили. Крузака посадили. Там Дайхатсу посадили. Эти пока еще целенькие. Чё ты там фотографируешь? Вот я сел. Это когда было? Ну, с тобой тогда. А, так-то мы тогда сюда заезжали. Ну, понял. Мы там остались, до Субари. Раз... Проходили там, а я вот по этой. А, мы тогда что, с той стороны заезжали? Да, да. Вот я здесь остановился, вот. Вот я прошел. Понятно. Вот здесь я встал, говорю, все, хорош, разворачиваемся. И вот развернулся там и уехал. Понятно. Но я тут не застрял. Не, ну а здесь кто? Ну, ты же застрял? Нет. Нет. Вот а, ты вот здесь застрял. А здесь кто-то еще правее шел. Здесь кто-то круто застрял. Это знаешь, до тебя, да? Свет такой, как бы это не шишек чакра. Люди-то такие мощные. Ну да. Может, это свет что? Они, по-моему, узковаты. Но это не в тот раз, да, было? В этот, в этот? Вот тоже. Ну да, да, на первый снег. А кто его вытянул тогда? Сам выехал? Ну, сам. Нет, да, видишь, продавил как сильно. Ну, шишига, значит, да. Узковато, да, шишига. Ну, а у него не шибко большая талия. Капец здесь. Может, нам туда в елки уйти уже, не? По говну, поэтому уже устали ехать. Ну, в смысле, вот по такому. Хочется просто сугробов больших, мягких. Вот, вот, вот. Сейчас будет сугробы. Сейчас выйдем на трассу, маленько осталось, и уйдем в елку. Хочешь все баллы набрать по максимальному количеству вытянутых машин? Вытянуть всех, то есть, даже этого, 80-ку крузака. 80-ку на себе, который на мосту сидит. И причем останутся ни разу не вытянутым. Это тоже важно. Но сейчас, подожди, сейчас начнешь тянуть, сядешь. И 80-ка другую вытягивает. Сейчас будет адское зрелище, походу. Так, у него жопу закинет туда, я думал заснять. Сейчас нахуй нас снегом закидает, блядь. Ох, ни хрена себе. Кидануло-то его. У него 600 момента. 600? Охуеть. Дизельный. А, дизельный? Да. Ебать! Закон. Что это было? Монстр? 600 моментов. Всего лишь. А, только его заклинило, блядь. А? А кто его затянул-то? А, ты, наверное, затянул сильно, да? Его да. Не надо до конца затягивать. Да, 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 да. Это секрет такой, да. А теперь как снимать? Что, есть плоскогубцы? Что-нибудь вставлять, раскручивать. А, а, молодец, схватилось. Крупный план. Пахнуло. Куда он? Пробовать яму поехал, ту. Ему мало, походу. Решил засадиться туда. Куда вы там были? По целине лучше иди. По целине, где не нравится, где коней нет. Вот на снегу. Здесь коней не известно. А я иду, я думал, посмотрим. А старых сот зря сюда поехал. Я думал, сейчас интересное будет, а он засал и уехал. Старикс уехал.
сейчас идет самым первым. Идет лучше всех. Офигеть. Не джип, да, но едет самым первым и едет лучше всех. А где наш автобус? Наша маршруточка. Ой. Карабкается.